Назарбаев и его окружение в первую очередь боятся умного и образованного народа. Умный и образованный народ, который в состоянии объединиться и сказать «нет» коррумпированному режиму. Они боятся, что сотни тысяч людей выйдут организованно на акции протеста, что эти сотни тысяч людей будут иметь десятки лидеров, и они сумеют объединить народ. Хочу отметить, что лидер сам по себе не появляется, он выходит из, собственно, самих глубинных недр народа. Лидер появляется только тогда, когда народ готов поддержать, бороться, и тогда этот процесс действительно организовывает лидер. Их должно быть не один, а много.